Отсутствие слуха не мешает отменно готовить. Проблемы с речью не препятствуют управлению роботом. В Чебоксарах завершился третий республиканский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Школьники, студенты и специалисты – у всех разные проблемы со здоровьем, но одинаковые шансы на победу. Владимир Данилов любит рисовать и составлять композиции. Лучшим он хочет стать в художественной графике. Для раскрытия темы выбрал сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Мне нравится эта сказка, потому что там рыбка исполняет желание. Мне хотелось, чтобы тоже желание сбылось. А желание Алексея Новикова уже сбылось. Он стал лучшим вязальщиком чемпионата. И это несмотря на то, что рукоделием начал заниматься этим летом. Нравится тем, что я научился вязать. Я бабушкин квадрат связал и подарю сестре. Резьба по дереву – одна из площадок, где уже есть победители всероссийского этапа чемпионата. Желающих заниматься именно этим направлением становится все больше. Когда человек много работает, готовится, все-таки у него появляются навыки. И эти навыки потом помогут ему все-таки трудоустроиться, себя развить во всех отношениях. Потому что резьба по дереву – это значит и столярное дело, и это и перенос рисунка, это чертежи, графика и непосредственно художественная резьба. В кулинарном деле оценивали не только вкусовые качества, но и умение работать в команде. Два участника – один результат. И, конечно, самое главное – это подход и мастерство. Из одних и тех же ингредиентов надо было приготовить разные блюда. «Обилимпикс» в этом году собрал более 200 участников, экспертов и волонтеров из разных уголков республики. Раскрыть свои способности участники смогли по 13 направлениям. Участников оказалось больше, даже чем мы предполагали. Значит, если в прошлом году на втором чемпионате у нас участвовало 47 студентов, и школьников, и специалистов, в этом году их у нас 89. Для того, чтобы эти наши подопечные, лица с ограниченным возможностью здоровья, смогли реализовать все свои потенциальные возможности. Даниил Воробьев стал лучшим в компетенции промышленная робототехника. Это направление новое для чемпионата, но очень перспективное, считает он. И в этот раз у меня выпала уникальная возможность запрограммировать большого промышленного робота. И я увлекся этим, мне очень понравилось. Победителей отобрали в каждой из 13 компетенций. Теперь им предстоит отстаивать честь республики на всероссийском этапе чемпионата. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.